Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 10 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами Эдуард Сунгатуллин. Жду вашей реакции. Плюсики означают, что трансляция идет нормально. Все, кто вначале паниковали, выключайте режим паники. Все у нас хорошо. Мы стартуем ровно в 10:30. Начинаем традиционно с просмотра макроэкономической статистики. Япония сегодня отдыхает. День зелени у них. Хороший день. Выходили данные по Австралии. Там сразу несколько ключевых моментов. Ну, австралиец, нужно сказать, отреагировал всего 15 минут. 5 минут туда и 10 минут обратно ему понадобилось на то, чтобы вернуться на те же уровни, на которых он торговался до выхода всех этих данных. Но вначале выходил торговый баланс. Баланс оказался профицитным, но хуже, чем ожидалось по прогнозу. По прогнозу ожидалось 1,2 миллиарда, 731 миллион получили. Но, тем не менее, профицит — это, в общем-то, плюс, это неплохо. Сегодня вообще большой день торговых балансов. Чуть позже мы с вами посмотрим это. Вот. Профицитный, но с отрицательной динамикой получилось так. Экспорт упал, это, конечно, не очень хорошо. Резервный банк Австралии оставил свою процентную ставку без изменения. Решил не повышать, не понижать ее. Сопроводительное заявление Резервного банка Австралии тоже было нейтральным. И, соответственно, вот на нейтральных заявлениях австралиец никуда не пошел. Как я уже говорил, там вот в момент выхода решения там 5 минут движение было вверх, 10 минут обратно. А потом вернулся на те же самые уровни. Далее, сегодня у нас с вами в 11.55 индекс деловой активности в секторе услуг по Германии. По прогнозу ожидается рост. По еврозоне деловая активность в сфере услуг тоже положительная динамика, ожидается рост. Составной индекс тоже ожидается рост, был 53,1, сейчас ожидается 54. На всех этих данных, естественно, если это будет совпадать с прогнозом, евро чуточку должен укрепиться. Если будет лучше прогнозных значений, значит еще больше будет укрепление евро. И, соответственно, наоборот, если значения окажутся ниже, то евро пойдет в противоположном направлении. В 12.30 по Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг без изменения. Ожидается, что он останется на прежнем уровне. Вот посмотрим, какова будет реальная реакция. Вот далее идут в 13.00 розничные продажи по еврозоне. Годовые данные. Положительная динамика на 0,2. А вот месячные данные подкачали на 0,6%. Отрицательный динамик плюс уход еще и в красную зону. Это, конечно же, вот это негатив, месячные данные. Да? Ну и публикация бюджетного плана по Австралии будет это в 13.30. Возможно, на этих данных австралиец куда-то двинется. Ну или, может быть, будут дальнейшие какие-то заявления относительно того, каковы перспективы, как их видит австралийский регулятор. Далее торговый баланс по Канаде в 17.30. Здесь ожидается профицитный, но небольшой достаточно. Тут в миллиардах, если брать, да, то 290 миллионов было в плюсе, ожидается 150 миллионов в плюсе. Это тоже положительный, да, но с небольшой отрицательной динамикой. Экспорт чуть-чуть возрастет, с небольшой рост экспорта. В Штатах торговый баланс дефицитный, он уже очень давно дефицитный, но при этом ожидается положительная динамика на 2 миллиарда, да, с небольшим, ну, без чуть-чуть даже, наверное. Вот посмотрим, что будет реально выходить по факту. Далее имеет смысл обратить на индекс розничных продаж. Продажи растут, это хорошо, падают продажи, это плохо. То же самое по Канаде, деловая активность. Значит, что у нас здесь смотрим? Ожидается рост, причем на 2,1 единицы. Это, в общем, положительно, неплохо. Ну и сегодня еще один из интересных моментов. Это заседание Совета министров финансов и экономики по еврозоне. Там, по сути дела, решается вопрос. В основном, значит, будут санкции, не будут санкции против России. Ну, понятно, что никаких санкций, конечно же, не будут. Все санкции, которые они будут принимать, это смешные. Наверняка слышали в новостях, да, это так называемые перекрестные. Что это означает? Просто привожу как пример. Допустим, в Германии автомобили, в Голландии тюльпаны. Значит, в Голландии будет принимать
санкции по автомобилям, которые она не производит против России, а Германия будет принимать санкции по тюльпанам, которые она не производит. То есть вот так вот, понятно, да, о чем речь идет? То есть это просто смешные, чисто формально они их будут принимать, которые совершенно не будут работать. А так, реальных санкций, конечно, никто не будет за них голосовать, поскольку это просто смерть Европе будет в этом случае. Ну и конец сегодняшнего дня – это размещение векселей, четырехнедельных и трехлетних облигаций. Вечером состоится, здесь нужно смотреть на доходность. Рост доходности – это негативно для американского доллара, и снижение доходности – это позитивный фактор. На позитивном факторе американский доллар может укрепляться. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по сегодняшней статистике. Это один и тот же индикатор, да, идет, только он трактуется по-разному немножко. Поэтому, опять же, смотрите просто, какова будет динамика. Понятно, да, Тамара? Вопросов нет, давайте переходим к технике, посмотрим, что у нас с технической точки зрения. Как обычно, начинаем с индекса доллара. Вчера индекс доллара практически не торговался никак, ни вверх, ни вниз движения не было, да, он практически доджиком закрылся. Торгуется ниже оптимального уровня 80. Вот сейчас где-то на уровне 79.44, пусть небольшой, но тем не менее динамика сегодняшняя идет снижение. Теперь рассматриваем 6 основных мажорных валютных пар, которые входят у нас в индекс доллара, и традиционно начинаем с пары евро-доллар. Смотрим трендовую консервативную торговую систему. Что у нас говорят индикаторы? Значит, один трендовый индикатор говорит тренд восходящей фазе импульса. Это две скользящие средние. И теперь посмотрим на гистограмму индикатора OSMA. Значит, один закрытый бар, предшествующий 35.18. Здесь видим значение 36.39. Значит, гистограмма растет. Оба индикатора говорят о восходящем тренде. Значит, мы сегодня делаем вывод, что у нас день покупок. Направление сделки известно. Нет никаких отягчающих вину обстоятельств, как я называю. Такие вещи, как несоответствие, да, трактуются это как дивер, диверов нет, все нормально. Значит, направление сделки однозначно известно. Это покупки. Смотрим внутреннюю структуру. Что у нас здесь с вами? Был прилив, волна прилива начала разряжаться боковым движением. Сигнала еще нет, обратите внимание, да, для этого свечка должна закрыться. Только в этом случае мы будем знать, что сигнал сформирован. Поскольку если сейчас цены пойдут вниз, то вот этого перекрестия здесь не будет. Поэтому момент входа еще не наступил. Ждем, как зафиксируется этот 4-часовой бар. Об этом мы узнаем с вами в 12 часов. В 13.00, да? Вот в 13.00 будет понятно, как закроется бар. Если он закроется так же, это будет сигнал на покупку, значит, момент входа наступит. После этого нужно будет открыть часовой фрейм и посмотреть, как будет вести себя рынок. Если он будет вести себя так же спокойно, сохранится консолидация, значит, можно будет ставить отложенный приказ buy-stop, определить точку выхода по стоп-лоссу, где вы будете выходить. Ну и в качестве цели на текущий момент ориентируемся на уровень двойного касания. Это 1.3665. 1.39, извините, пожалуйста. 1.3965. Вот это ближняя цель. Ну и только в качестве бонуса можно рассматривать движение к верхней границе, но это, об этом можно будет говорить только тогда, когда цены закроются выше вот этого уровня двойного касания. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции по паре евро-доллар. Вопросов нет, замечательно, идем дальше. Значит, вы в курсе, да, если вопросы есть, нужно написать слово «есть». Поскольку мы печатаем не очень быстро, у нас нет метода слепой печати, да, когда не глядя люди печатают, уходит на это какое-то время. Поэтому если есть вопрос, вы пишете слово «есть», я жду, когда вы сформулируете свой вопрос, вы его задаете. Если вопросов нет, просто ставим плюсик, идем дальше. Поскольку одни плюсики, значит вопросов нет. Смотрим британца, который у нас с вами традиционно стерлинговым является, по непонятным причинам. Итак, один индикатор говорит «тренд, восходящий в фазе импульса». Теперь давайте посмотрим, что у нас с гистограммой происходит. 33.97, 12.91. Понятно, да, что гистограмма понижается, находясь выше нулевой отметки. Значит, мы делаем вывод, поскольку индикаторы друг друга не подтверждают. Сегодня день бамбука. Залезаем на забор, берем бамбуковую палочку и курим бамбук. Никаких сделок по
консервативной трендовой торговой системе мы с вами по британскому фунту не совершаем. Диапазон не торгуется, поскольку цены вырвали за все возможные границы диапазона, да, и поэтому диапазонная торговля здесь не рассматривается. Итак, повторюсь, по британскому фунту сегодня день бамбука, сидим на заборе и сделок по британцу не совершаем. Смотрим последнюю валютную пару, которая входит в триаду обратных котировок, австралийский доллар. Здесь продолжается неопределенность, которая очень долго длится, да? У нас скользящий средний постоянно меняет направление, здесь они уходят то вверх, то вниз. Но гистограмма, находясь ниже нулевой отметки, постоянно повышается, поэтому даже если рассматривается, что тренд у нас нисходящий, да, он постоянно находится в фазе отката, у нас нет фазы импульса. Поэтому здесь мы должны подождать, пока начнется импульс либо вверх, либо вниз. Те, кто в теме, понимают, куда смотрит Резервный банк Австралии, поэтому лучше, конечно, не плевать против ветра, а дожидаться ситуации, когда технический анализ будет совпадать с желаниями австралийского регулятора. Поэтому по австралийцу пока что опять же забираемся на забор, курим бамбук, занимаемся любыми абсолютно вещами, кроме торговли по этой валютной паре. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду ваших вопросов, вашей реакции по обратным котировкам. Вопросов нет, идем дальше. Теперь рассматриваем следующую триаду. Это уже будут прямые котировки, и традиционно начинаем с японской валюты. Что у нас по японцу с вами? Итак, один индикатор говорит, тренд нисходящий в фазе импульса, и ему совершенно вторит второй трендовый индикатор, который тоже говорит, что сегодня тренд нисходящий в фазе импульса. Нет отягчающих вину обстоятельств в качестве дивера, поэтому мы четко совершенно с вами знаем, что сегодня день продаж по этой валютной паре. Так, направление сделки нам однозначно известно, да, это только продажи без вариантов. Смотрим внутреннюю структуру. Была волна отлива, вот теперь намечается приливная волна, но сигнала пока что еще нет. Поэтому нужно подождать, пока что опять будет сигнал. Он должен быть сформирован и зафиксирован этой свечкой, он не должен отмениться последней свечой. И вот только когда произойдет зафиксированный вот этот сигнал будет, вы поймете, что наступит момент входа. Если это произойдет, нужно будет открыть часовой фрейм и подождать консолидации бокового движения. То есть вот такая вот формация. Вот сейчас, в принципе, тоже неплохая ситуация для поиска точки входа, но ее нельзя искать, поскольку момент входа еще не наступил. Здесь алгоритм должен быть очень последовательный. Да? Сначала определяем направление сделки, потом момент, и только после того, как наступает момент входа, ищем точку входа. Итак, если все совпадет, ключевое слово «если». Если все совпадает, вы ставите отложенный приказ sell-stop, определяете точку выхода, каждый в соответствии со своим депозитом, со своими возможностями, да? Определите, где вы будете выходить своим стоп-лоссом. Вот. Ну а в качестве цели, значит, полная цель — это 100 йен за доллар, но поскольку у нас есть с вами боковичок, и цены пока что не вырвались за границы этого боковика, поэтому давайте возьмем оптимальный вариант по минимуму вот, скопления, целого скопления этих свечек. У нас получается, что уровень 101 йена и еще 20 сотых — это вполне себе реальная цель, на которую сейчас можно ориентироваться. Итак, повторяю, цель по этой валютной паре 101.20 йен за 1 американский доллар. Жду ваших вопросов. Что не ясно, что непонятно, ваша реакция, пожалуйста. Вопрос принимается только по существу. Это не обучающий курс, это мы здесь занимаемся анализом. В свободном доступе в интернете все это есть. Итак, смотрим следующую валютную пару, швейцарский франк. Один индикатор говорит, тренд нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор USMA. То же самое, да, у нас направление сделки железно известно, это продажа, вариантов никаких нет, нет отягчающих вину обстоятельств в качестве дивера. Цены понижаются на этом минимуме, и то же самое, и моментум, и гистограмма USMA тоже идет вниз. Все у нас идет логично. Итак, здесь продажи, смотрим внутреннюю структуру. Была волна прилива, она еще не закончилась. Отлив у нас разряжается боковым движением. Это очень характерно для британского фунта. Вот сейчас европейская валюта и ее прокси-валюта, швейцарский франк, ведут себя немножко нестандартно, они ведут себя как британец.
Вот. Но сигнала, обратите внимание, нет, он вроде бы наклевывался, да, но сейчас он отменяется. Поэтому нужно подождать, когда полностью закончится отлив, и только на формировании новой приливной волны по сигналу осциллятора в продажу вы определите момент входа. Как только момент входа наступает, открываете часовой фрейм и ждете консолидации. Это вот такое узковолатильное боковое движение. Сейчас, так же как по японской иене, ситуация достаточно неплохая, чтобы искать точку входа, но это делать преждевременно, поскольку момент еще не наступил, поскольку нет полноценного сигнала в продажу. Итак, ключевое слово «если». Если все совпадает, ставите отложенный приказ sell stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. И в качестве цели на текущий момент записываем, в дальнейшем это может пересматриваться, у нас ценовой ориентир 0.8625. Это цель по швейцарскому франку. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Вопросов нет. Рассматриваем последнюю валютную пару из нашей мажорной валютной шестерки. Это канадский доллар. Один индикатор нам совершенно однозначно говорит, что сегодня тренд нисходящий в фазе импульса. Это связка из двух скользящих средних. А вот гистограмма говорит обратное. Столб гистограммы повышается, находясь ниже нулевой отметки. Он говорит, что здесь фаза отката. Поскольку индикаторы друг друга не подтверждают, мы обязаны сделать вывод, что сегодня на рынке неопределенность по этой валютной паре. Поэтому забираемся на забор, берем бамбуковую палочку и курим бамбук. Никаких сделок по канадцу не совершаем. Мы закончили с валютными парами, теперь смотрим индикатив, по которому мы с вами договорились торговать не будем, да, а только рассматриваем его в качестве индикатива, который помогает нам понять, что же происходит с швейцарским франком, с европейской валютой. Это кросс-курс евро-франк. Итак, евро-франк торгуется ниже уровня 1.22. Есть динамика и желание швейцарского банка подняться чуть выше, да, но пока что все попытки бывают заканчивались не очень успешно. Цены опускались ниже уровня 1.22. Ситуация сохраняется, поэтому ждем выход цен за уровень 1.22 и движение вверх очень сильно потянет за собой швейцарский франк, ну и европейская валюта тоже, наверное, будет двигаться в противоположном направлении. Сейчас, повторяю, Банк Швейцарии ведет себя достаточно пассивно, ждет, когда, видимо, в еврозоне более-менее произойдет какая-то определенность, люди определятся в Евросоюзе, в еврозоне, в Евросоюзе, да, ну и, опять же, не последний момент, как будут развиваться события сейчас на Украине, поскольку это связано с большой политикой, большая политика — это большие деньги, да, большие деньги — это Ротшильды. Ни для кого не секрет, что Ротшильды хранят свои деньги в Банке Швейцарии, и вот поскольку сейчас идет неопределенность, вот мы с вами видим, по сути дела, да, вот эти вот достаточно вялые движения. Золото. Здесь мы рассматриваем систему черепах. Фильтры смотрят вниз, поэтому отдаем предпочтение сделкам только на продажу. О покупках пока что не может быть никакой речи. Вот верхний уровень Дончиана, это нижний уровень Дончиана. Полтинничек у нас находится практически на уровне 1300 долларов за одну тройскую унцию. Цены сейчас торгуются выше. Рассматривать здесь можно только два варианта. Первый, когда либо отскок от уровня Фибоначчи 23.6, это где-то на уровне 1324 доллара за тройскую унцию, и максимум вот этой свечки — это верхний уровень Дончиан. Если цены подходят, отталкиваются оттуда. Алгоритм тот же, как в предыдущей торговой системе. Нужно будет на 4 часах определить момент входа, затем точку входа на часовом фрейме. И в качестве цели рассматривать, во-первых, полтинничек. В этом случае можно попытаться сварить полпорции черепахового супа. Здесь в качестве цели выступает уровень 1300 ровно за тройскую унцию. Если же вы будете пытаться варить полностью черепаховый суп, то нужно ориентироваться на вот этот лоу, на минимум этой свечки. Здесь у нас с вами ценовой ориентир. Сейчас я его озвучу. 1268 долларов и 41 цент за одну тройскую унцию. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Мы с вами закончили весь среднесрочный анализ валютных пар. Трудящиеся просят показать агрессивную торговую систему, которая называется «Крокодил». Итак, смотрим аллигатора. Торговую систему Билла Уильямса, которую он назвал «Могучий аллигатор». Первая пара — евро-доллар. Пасть закрыта,
смотрим межфрактальное пространство. 15 пипсов. Ну, слаще уже просто некуда, наверное, да? Надеюсь, вы понимаете, что ситуация очень комфортная. Итак, вот у нас опорный максимум. Для покупок рассматриваем вот этот опорный максимум, прибавляем сюда спред, плюс 1 пипс, ставится отложенный приказ buy stop. Для продаж рассматривается вот этот опорный минимум, вычитается 1 пипс и ставится отложенный приказ sell stop. И вверх и вниз вы заряжаете не более одного юнита. Юнит — это 1/10 часть от общего объема позиций, которым вы собираетесь торговать по этой агрессивной торговой системе. Итак, один юнит вверх, один юнит вниз. Это по евробаксу у нас с вами ситуация. По британцу. Здесь торговать нужно было начинать значительно раньше. Да? Вот у нас есть опорный максимум, вот опорный минимум. Давайте определим. Межфрактальное пространство, 13 пипсов, то же самое. Очень комфортная была ситуация. Ну и видно, что вот на этой свечке вас открывало по первому измерению одним юнитом, на этой свечке вы должны были открыться уже вторым измерением, 4 юнита добавить, и на этой свечке, выше этого максимума, по трем измерениям вы должны были быть в рынке по полной программе. Сейчас начинать торговать категорически нельзя. Здесь тоже нельзя нарушать алгоритм входа. То есть сначала входите первое измерение, затем второе, третье. Вот сейчас, повторю, по всем трем измерениям вы по британцу уже должны были быть в рынке. Поэтому начинать торговать категорически нельзя. Австралиец. Здесь ситуация следующая. Вот у нас были опорные максимум и минимум. Да, после этого, если бы вы открывали здесь первое измерение, второе, третье, и вот здесь вход был бы неудачен. То есть сейчас уже любая торговля должна была быть прекращена, а здесь межфрактальное пространство гораздо больше допустимо. Поэтому все, кто входили, примите мои соболезнования. Все позиции должны были закрыться вот на этой свечке. Начинать торговать сейчас нельзя. Опять же, ждем, пока пасть закроется, хищник проголодается, и только когда он полностью будет уже на 100% голодным, с хорошим межфрактальным пространством, можно будет начинать торговать. Японец. Что у нас здесь с вами? Итак, смотрим. 22 пипса. Это вполне себе комфортненько. Итак, здесь тоже достаточно комфортная ситуация. Вот опорный максимум для входа вверх. Прибавляем спред плюс 1 пипс. Ставим отложенный приказ buy stop. Для входа вниз рассматриваем вот этот опорный минимум. Вычитаем из этого low 1 пипс и ставим отложенный приказ sell stop. То же самое, входим одним юнитом по первому измерению. Повторюсь, юнит — это 1/10 часть от общего объема позиций. Швейцарский франк. Давайте-ка посмотрим, что здесь у нас с вами. А здесь ситуация следующая. Вот минимум, вот максимум. 15 пипсов — тоже вполне допустимая ситуация. Итак, сюда прибавляете спред плюс 1 пипс. Буквально вот в текущем моменте уже должно будет произойти открытие. Это для покупок. Еще раз повторяю, сюда прибавляем спред плюс 1 пипс. Для продаж вот из этого лоу вычитаем 1 пипс, ставим отложенный приказ sell stop. То же самое, входим только одним юнитом. Это по швейцарцу. Канадец. Резкая смена направлений, да, он постоянно меняет свои аппетиты, движется то вверх, то вниз, пасть постоянно открыта. Полноценной закрытой пасти нет, он не голодный, он постоянно охотится либо за птичками, либо ему хочется рыбки половить в мутной водичке. Вот это весь анализ. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Похоже, что у матросов нет вопросов. Это, естественно, не может не радовать. Давайте будем прощаться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожными. Берегите себя.